В регионе полным ходом идет посевная кампания. В этом году ее площадь увеличена на 690 гектаров. Товарищества, занимающиеся растениеводством, беспрепятственно обеспечены дизельным топливом. Стоит отметить, что некоторые крестьянские хозяйства Семейского региона сегодня завершили сезонные работы. 70 товариществ в нашем регионе занимаются растениеводством. Они обработали землю общей площадью 14 760 гектаров. В основном посеяны овощи, картофель и кормовые культуры. Посевные работы в данном крестьянском хозяйстве полностью завершены. В товариществе есть орошаемые земли общей площадью 1700 гектаров. Все работы ведутся согласно графику. В текущем году увеличены посевные площади хозяйств. Мы выращиваем овощи и картофель. В регионе многие хозяйства приостановили свою работу. Но в этом году работы ведутся неплохо. Все, что планировали, посадили. У нас все идет по графику. Также проводится орошение земли. В этом году не было проблем с дизельным топливом. Однако весной возникли трудности, связанные с удорожанием иностранной валюты. Все необходимые семена, удобрения закупаются по курсам зарубежных валют, говорит руководитель хозяйства. Ежегодно мы получаем кредит в банке на крупную сумму, потому что хозяйство большое. В следующем году закрываем и снова оформляем, потому что тяжело содержать такое большое хозяйство. Стоит отметить, что товарищество работает со стабилизационным фондом с 2010 года. До 1 мая стабфонд полностью обеспечили необходимой продукцией. Работа в этом направлении продолжится и в этом году. Бахытгуль Казес, Рыскуль Мадвасова, Сайран Усупаева, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».